100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 6476 рублей баланс на Майк CSGO. Это продолжение вчерашней рубрики, когда мы вместе с вами отправились в самые дешевые кейсы, пооткрывали топовые скины и выбили две пушечки по 50 тысяч. Не буду говорить какие, если хочешь, посмотри вчерашний ролик, это было очень круто. Но сейчас наша задача 6476 рублей попробовать окупиться и выбить топовый дроп. Посмотреть, насколько далеко мне сможет выдать сайт, когда мы уже сделали вывод. И изначально баланс был 500 рублей. Сразу скажу, вообще без понятия, куда мы сегодня зайдем, но если ты первый раз на этом сайте будешь играть и вообще когда-нибудь окажешься, используй самый рабочий и самый окупаемый промокод. И это промокод папа. Да, самый большой процент пополнения. Например, ты закидываешь 1000 рублей, получаешь 1300. 30% это самый большой процент пополнения, который только есть. И помимо того, что промокод папа дает самый большой процент пополнения, он тебе еще и окупит. Поэтому обязательно используй его. А мы приступаем и давайте сделаем так. 6476 рублей. Давай выберем один какой-нибудь супер дорогой кейс и попробуем его открыть ровно столько раз, чтобы выбили какой-нибудь дроп. Если честно, мне очень нравится лава и мне очень нравится доплер. Доплер безумно нравится, но доплер стоит минимум 15 тысяч рублей, поэтому вообще не факт, что он выпадет. Хотя знаешь, у нас 6700. Даже если мы сейчас откроем его на 8-9 раз, может быть какой-то нож выпадет. Но опять же, если выпадет. Хотя давай, знаешь, как сделаем. Лучше, наверное, не так, чтобы по 6 раз один и тот же долбить, а лучше каждый попробовать на 10 и посмотреть, какой кейс выдаст больше. Потому что, например, азимов, ну тут тоже прикольные коллекции по 10 тысяч рублей. КМП, подождите. Not bad. С первой попыточки выбили калаш. Да, P90 азимов, P250 это дефолт, падает каждый раз. Но АК-47 азимов, это очень круто. 3700 рублей, 8358 на балансе, отличненько. И давай тогда, если у нас 8000, нет, давай все-таки на 1. Потому что даже если сейчас нам ничего не выдаст, мы очень быстро все сольем. Кстати, мы сейчас открыли кейс Fate Mining. Тут все ножи градиент и АВП градиент, это просто безумие. Знаете, будет за что обидеться? Видно, если мы сейчас просто открыли азимов, и азимов это последний кейс, который нам что-то вообще выдал. Это будет пипец как обидно. Но давай попробуем перчатки. Они тут типа якобы люкс. Ну, они реально люкс, потому что даже обмотки пустошь, это выглядит очень круто. Я уже не говорю за засуху и так далее. Ну, конечно, по-хорошему, они должны были положить сюда какие-нибудь, ну, я не знаю, какого-нибудь хотя бы снежного баса, что-то наподобие к люксу. Но, в принципе, 950 рублей и, да, 1230 рублей. И даже если выпадают минимальные перчатки, это 8000, я думаю, нормально. Я думаю, им нужно продолжать развивать вот коллекцию майнинга, потому что эти кейсы, они в принципе окупают. Не знаю, как сегодня, но в целом они окупают. И я думаю, нужно делать дальше. То есть сделать кейс майнинг там за 2000 рублей, за 5000 рублей, потому что их открывают невероятное количество людей. Поэтому давайте. А так, кстати, а может быть просто быстро попробуем? Один разочек. Да, да, нет, нет. Блин, ну кстати, зря. Сколько раз я не открывал быстро кейсы майнинг, мне никогда не падало. Но и тем не менее, мы проверили уже 5 кейсов. И это уже 6-й. Вау. Кстати, штык-нож М9 волны, вороненная сталь и чистая вода. Довольно-таки неплохо, но у нас 2900. То есть, если сейчас нам, например, чисто в теории ничего не выпадает, мы просто сливаем все. Можем попробовать, знаете как? Попробовать выбрать кейс и открыть его ровно на 2 раза по смотреть. Например, лава, либо Darkness. Давай, наверное, лаву. И давай, наверное, лаву как раз-таки на... Блин, пожалуйста. Вот тут очень много позиций. Тут 3 ножа. Одна пара перчаток. Калаш, огненный змей. Какаш, я сказал. И дигл пламя. Давай 1060 рублей и попробуем углубиться в него. Еще 2 раза в надежде, что нам что-то выпадет. Потому что если нам не выпадает, мы идем в коллекцию бомж и открываем самые дешевые кейсы. И я понимаю, что после того, как ты с 500 рублей поднял 100 тысяч рублей, тебя просто, ну, тебе просто могут не выдать. Потому что, ну, блин, потому что. Ну, кстати, азимов-то нам выдал. Вот единственный, который кейс нам выдал, это азимов. А почему я расстраиваюсь? Нам же реально на полном серьезе сейчас может что-то упасть. То есть, допустим, например, один из ножей, либо какой-нибудь калаш. Ну, может быть такое. У нас еще целых 484 рубля. Так.
Но пока пусто. Не густо, не пусто. 600, а давай попробуем наполовину. Просто чисто в теории. Может быть такое, что он нам выдаст. Не, ну а прикинь, просто сейчас какой-нибудь, допустим, например, калашик упадет. Может, пламя пролетает? Ну блин, перчатки не долетают. 97 рублей. Так, ничего страшного. Давайте тогда попробуем бонусы. У меня 9600 бонусов. Давай попробуем 2 по 5. Открыть, посмотреть, что выпадет. Сайрекс, неплохо. Чтобы вы понимали, бонусы даются за то, что вы просто открываете кейсы на сайте. То есть тут нет такого, что... Ой, а еще и страж сколько стоит? 1600. То есть тут нет такого, открывай какой-то больше, какой-то меньше. За каждый открытый кейс дается там какой-то бонус. И все, и ты потом вот так вот бац, у тебя 3700. И ты еще раз можешь попробовать лаву майник, но уже на бонусный баланс. Да, только проблема в том, что тебе может абсолютно так же ничего не выпасть. Но теперь мы будем знать, что даже если сейчас не выпадет, а я уверен, что что-то выпадет, ты должен понимать, что если ты, допустим, с 500 рублей выбил парочку ножей и их забрал, после этого нужно депнуть опять хотя бы 500 тысяч рублей. Иначе может не выпасть. А если выпадет, то сразу выводи, потому что это будет просто, ну, что-то из разряда невозможного. Потому что мы Вау! 38 тысяч, потому что ты можешь выбить нож за 38 тысяч рублей, не стоит. Останавливаться, открывайте. Это я ставлю на вывод обязательно, пацаны. Если будете играть, используйте промокод папа, самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть.